Здравствуйте, Андрей. Это видео про ваши адаптеры с одуванчиками Лушникова. Сейчас я проверю каждый адаптер в моей камере. Это адаптер Nikon Canon. Вот, как видите, все хорошо наклеено. Сейчас я его установлю на мой тестовый объектив никоновский. Держится очень плотно. Как вы и просили, запрограммировано фокусное расстояние 105 мм, диафрагма 2,8. Ловушка фокуса включена. Ловушка фокуса работает в режиме AF. On. И задержка входа в режим программирования составляет 1 секунду. То есть я меняю всегда с 10 на 1 секунду, чтобы было проще и быстрее программировать. Если вы замечаете, что объектив немножечко болтается или не входит в адаптер, то вот внутри переходничка есть такие вот разжимные губы. Можно немножко разжать, чтобы объектив сидел плотнее, или сжать, чтобы адаптер надевался проще. И второй адаптер M42 Canon. Вот с этой стороны крышечки ключик. Вот его шкала. Внутренняя часть, которая регулируется с помощью этого ключа. И вот в ребре, видите, есть три контрагаечки, которые откручиваются. И можно отрегулировать положение адаптера на объективе. Здесь чип запрограммирован фокусным расстоянием 135 мм, диафрагма 3,5. Задержка входа в режим программирования тоже 1 секунда. Ловушка фокуса включена. Так, сейчас я упакую ваши адаптеры и отнесу их на почту. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.